Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такое вот лото деревянное овощи, фрукты. Здесь у нас 4 карточки, 24 деревянные фишки и плюс 3, то есть для детей плюс 3. Учись, играя. Да? Так, с этой стороны она вот так выглядит. Здесь также есть правила игры. Вот они такие. Так, здесь изготовитель. Кто у нас изготовитель? Сайт есть даже. И здесь еще что-то есть. 18-го года. Дата изготовления. Но я надеюсь, что они не просроченные. Так. Давайте посмотрим, что же у нас внутри. Они, кстати, видите, запакованные. Так, и давайте ее откроем. Здесь, кстати, очень такая красочная, яркая. И вот что у нас здесь есть. Так, мешок просто завязан. Хотя, конечно, было бы лучше, как в Лего, вернее, не в Лего, а в конструкторе. Ну и в Лего, наверное, тоже. А, именно запакованный. А здесь такое ощущение, как будто кто-то развязал, взял сколько-то. Ну, хотя она была запакована, конечно. Вот. Так, здесь у нас... Сколько у нас там должно быть? 4 карточки, 24 фишки. 4 карточки должно быть. Так, коробка пуста. Убираем ее. Она нам еще пригодится, в принципе. Тут даже смотрите, как классно. То есть овощи. Пожалуйста, какие овощи? То есть вы ребенку можете объяснить, допустим, если вы сами не знаете. Ну, я думаю, такое может быть, если человек нигде... не обучался, ну, вернее, не обучался, а, ну, не знает. Ну, бывают такие, не знают люди. То есть, пожалуйста, овощи. Какие овощи? Вот они вот такие. И ребенку объясняете. С этой стороны ничего нет. Там, что у нас тут? Фрукты. Пожалуйста. Вот они, фрукты. Они выглядят вот так. А, даже название есть. Вот, даже название. Здесь что у нас? Еще овощи. Здесь уже были овощи, фрукты. Вот, то есть вот они овощи. Кстати, картинка очень яркая такая, и бумага очень плотная, картонка. И снова ягоды, красивые, кстати, такие. Вот они, 4 карточки. Так, их пока отложим. Знаете, пока я распаковывала, я поняла, это не просто карточки. А, по словам лото, почему-то я думала, что это домино. Да, я, наверное, думала, что это домино, где то есть длинненькая такая, да, тут, допустим, 3 точки и тут 4 точки. То есть вот так, почему-то я думала, что это вот оно. А здесь вот оно как раз... Лото, точно. Блин, я даже не вдумывалась. Когда покупала, я даже не вдумывалась во все это. Сейчас мы с вами все это разложим, наверное. И таким образом узнаем, все ли у нас на месте карточки. Так, тут, кстати, они нарисованы. Вот видно. Я почему-то думала, что они будут наклеены. Ну, нет. Они нарисованы, прикольно, классно. Деревом, пахнет деревом. Такие, прям они толстенькие. Сантиметр, конечно, нет, 5 миллиметров, наверное, 7-8 где-то. Она большая. Так, ну давайте ее линейкой померим. Что думать тут? А, нет, сантиметр. Да, сантиметр, надо же.
Так, размер у нее 3 сантиметра на 3, ну где-то 3 сантиметра и 1 миллиметр, где-то вот так. Вот. Или посчитать проще, не знаю. Давайте, ладно, я разложу и потом и вам сделаю в быстром режиме. И потом с вами посмотрим, что к чему. Вот они, пожалуйста. Вот они, наши деревянные фишки. В принципе, все на своих местах. В наборе все. Это радует. Ни одна не потерялась. Это, конечно, очень хорошо. Не знаю, почему я подумала про домино. Вот. Но, кстати, лото это тоже довольно интересно. Перед ребенком вот это вот все выложить. И ребенок будет искать, это интересно. Честно говоря, мне даже понравилось. Хотелось, чтобы их было больше, вот этих вот карточек. Еще как раз вот тут бы две. Было бы очень хорошо. Ну, мне было легко, честно. С ребенком можно, да, заниматься. Можно отдельно, допустим, вот изучить сначала овощи. Отдельно фрукты, там отдельно ягоды. Ягоды, конечно, и фрукты можно было бы еще по одной штуке сделать, было бы поинтереснее. А то овощи получается много, а фруктов и ягод мало. Как-то не очень. И также плюс с ребенком вы будете изучать, то есть как у нас выглядит овощ, пожалуйста, как фрукт выглядит. Он будет искать, запоминать. Потом можно по цвету, допустим. Можно без карточек, допустим, давай сложи все фрукты, овощи, ягоды желтого, там красного цвета, фиолетового, там оранжевого, что-то такое вот. И мне очень, кстати, понравилось то, что фишки сделаны, то есть именно вот нарисованы, очень качественно нарисованы. Цену их, я честно, уже не вспомню. Покупали мы еще летом, сейчас у нас весна уже. То есть вот они прям... Ну, может быть, они не нарисованы, может, они как татуировки вот делаются. Такие вот налепляются. Переводилки, вот, наверное, может быть, типа такого. Да, скорее всего, может, накладывается бумажечка. Может, в принципе. Да, скорее всего, тут видно. Как бы, ну, чувствуется бортик. Наверное, так. Как печать. Типа раз и все. То есть такой вот у нас был с вами обзор. Напишите в комментариях свои отзывы, свои, может быть, вы пока смотрели, придумали какие-то свои игры с этим лото, может быть, что-то еще можно. Обязательно напишите, мы с ребенком будем играть и, скорее всего, на камеру будем играть. Я думаю, его эта игрушка должна заинтересовать, потому что его сейчас интересуют абсолютно все игры, поэтому я побыстрее постаралась сделать обзор. И, наверное, уже завтра мы будем в нее играть. И, скорее всего, вы это увидите. Поэтому смотрите наши влоги, как мы с сыночком живем, развиваемся, как мы с мужем путешествуем. Обязательно смотрите. Смотрите также, как мы занимаемся с сыночком. Моему сыну 2,8. Ну, пока выйдет этот ролик, наверное, будет 2,9 уже. Но у меня сыночек уже начинает учиться читать. Уже знает весь алфавит, цифры. Ему очень нравится заниматься. Поэтому мы не стоим на месте. Если он уже знает алфавит, мы идем уже дальше. Учим слоги, учимся читать. И дальше, дальше, дальше. То есть, ну, конечно, вот эти все овощи, фрукты, ягоды. Он, естественно, все это уже знает. Но можно все это заново повторять, повторять, повторять. Вот. Также у нас есть обзоры на другие игры, на разные игры, продукты.
вот продукты из фикс-прайса, Победы, Светофора, из обычных магазинов, например. Например, вот такой вот скоро будет вот шоколадки, шоколадка Альпен Гольд. У меня вся коллекция есть, обзоры. Их очень хорошо смотрят, посмотрите и вы обязательно. А также у нас живопись. Ну, короче, там очень много плейлистов, и живопись, и кулинария у нас. И также можете в комментариях написать, чего не хватает. Мне будет очень приятно. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. И всем пока-пока.